Просто без подготовки и сразу с тобой, Дава, это Сад Лаунж. И у нас есть кальян от компании Коламб. Ты понял, да? Этот кальян мы разыграем в моем телеграм-канале. Это стопудово, потому что у меня таких два. Один мне, один тебе. Но для начала нужно посмотреть выпуск. Но если тебе прям не терпится нажать на кнопочку «Участвую», то ссылочка в описании. Ну и, собственно, на все социальные сети Коламба тоже. Давайте смотреть, что это такое. Маленькая предыстория. Третий день выставки «Хука Клаб Шоу». Я иду. Ко мне подходят ребята и говорят: «Дава, привет, мы из компании Коламб, мы вот на рыночке, мы его хотим выебать. Держи кальян, это тебе подарок от нас». Было очень приятно, я такой думаю: окей, уже в принципе собираюсь уезжать, значит можно закинуть его в багажник, все равно иду на выход. Прошло не так много времени после выставки, и я думаю, пока еще на хайпе, на волне, можно о нем рассказать. Давайте посмотрим, что у нас здесь, и потом уже поговорим о ценах и обо всем остальном, что есть у компании Коламб. Я открываю, между прочим, твой приз, если ты не знал. Поролончик, ну-ка. Поролончик пахнет приятно, это плюс. Так, начнем поэтапно. Боже мой, это очень и очень красиво на самом деле. По эпоксидке все четко, стык в стык. Нет чего-то такого проблемного. Потому что я знаю, что у многих мундштуков именно эпоксидки, ну, ее ведет на миллиметры, и потом, когда ты одеваешь на нее металл, ты такой думаешь: сука, ебать криво нахуй. Блять, столько ебались, столько заливали, столько сушили, блять, столько разводили эту эпоксидку, рисовали ей, блять. А в итоге нахуй криво. Здесь же ребятки сделали очень ровно. По металлу нормально, полированный, не угандошенный, внутри не ржа. Между прочим, ребятки, я вам хочу сказать, все компании, которые делают мундштуки из алюминия, пожалуйста, идите нахуй. Потому что они через какой-то промежуток времени, особенно сейчас во время пандемии, так сказать, и пара генераторов, да, вот этих терхеров, они просто идут по пизде. Поэтому используйте не ржу, не ржа, это охуенно. Есть вот такой вот, собственно, коннектор, который тоже выполирован. Ну-ка, удобно. Ебать. Представь, ты будешь держать вот такой мундштук и курить на этом кальяне. Так, идем к блюдцу. Ну, блюдце не супер идеалити в плане, знаете чего, в плане вот этих вот полосок. Я не знаю, я хотел бы прям полностью зеркальное блюдце, но, ну, блядь, да иди нахуй, давай, короче, не доебывайся. Коламб, Хука Компани. Блюдце имеет более-менее правильную форму, так, чтобы уголь, как бы при падении, все равно стремился в центр чашки. Это очень важно, потому что сейчас куча производителей, которые делают, блядь, не то, чтобы какое-то рабочее блюдце, а наоборот, когда пепел просто спадывает с блюдца. То есть это не просто декоративное блюдце, это блюдце-паразит, блюдце-ублюдце. Так, нижняя погружная шахта с таким же нержавеющим диффузором, что очень и очень здорово, потому что многие начинают экономить, либо изначально начинали экономию своего производства и делают пластиковые диффузоры, что, в принципе, как бы, ну, типа, ты серьезный, дядь, блядь, ты кальян продаешь, там, блядь, хуй его тучу лет, ты, блядь, там, супер-супер, блядь, кальян, там, у тебя премии, хуемии за спиной, а ты, блядь, до сих пор используешь, блядь, пластиковые коннекторы, блядь, на диффузоре, ну, что за пиздец. Так, и тут у нас резямбы в комплекте, резямбы хорошие, без ступеньки, это очень круто, значит, все оденется довольно-таки хорошо. Основная шахта, не сказать, что она супер крутая по форме, да, там у нее нет какой-то супер креативности, но она приятная. А мне еще нравится, что вот здесь есть логотипчик, и это здорово-здорово выглядит. Рисунок не суперсложный, лак вроде бы лег нормально, не запузырился, никуда не продавился.
А здесь также все очень четенько, и здесь тоже все очень четенько, без отклонений по ГОСТу. Так, потихонечку подходим. А это у нас коннектор под чашку, он имеет резьбушечку такую, чтобы все это получше держалось, и, соответственно, имеет вот такую вот маленькую впадинку. Это тоже очень здорово. Так, коннектор под шланг на О-рингах. Я не знаю, есть магнит или нет, но... Основание из полицетали, вкручено туда уже изначально все, что нужно, вкручено, куда все вкрутится остальное. Тоже не супер замысловатое по форме, ничем таким не выделяется, но максимально простое. Скрытый продувочный клапан, так сказать, да, его не видно. Ну-ка. Нет, на О-рингах, но О-ринги вроде бы держат. Но вопрос, сколько эти О-ринги еще продержатся на кальяне, если его очень активно юзать, например, в кальянной, например, в том же саду, и постоянно вот эта дрочка. Так, ну и последнее, это шланг. Шланг Soft Touch, классический, классического размера. Я думаю, здесь уже ничего такого об этом говорить не будем. А так, в целом, здорово. А что касается цен, я вам сейчас расскажу. У меня есть информация. Короче, Колумб Ла Капитана Вуд, Ла Колумб Ла Капитана Алвуд. То есть, короче, названия здесь довольно-таки сложные, и мне сложно их визуализировать и вам показать. Поэтому, смотрите, их ценовая сетка делится на две категории. Первая — это с вот таким вот мундштуком, да, дорогим шлангом, то есть, да, прям деревянным. И вторая категория — это, грубо говоря, с обычной палкой, то есть комплект. Но при этом разница очень большая. Если, допустим, брать этот кальян, который у меня вот здесь, он стоит 11 700. Это, в принципе, недорого за вот такой вот мундштучок, полную комплектацию вместе с резиночками и, собственно, это эпоксидка. Если брать с обычным мундштуком, да, это металлическое обычное такое, стик, давай назовем его просто стик, то он стоит 8 400. То есть это уже привет лоукост, привет нормальный хороший кальян за 8 косарей. А, все поставляется без колб, потому что ребятки колбы не делают, но есть сейчас куча производителей, которые делают что? Колбы. Так, что? Давайте попробуем его собрать и посмотрим весь этот красивый процесс. Так, попало с первого раза. Чуть-чуть не догоняет, потому что вот отсюда у тебя будет продуваться кальян. Мне нравится, что здесь изначально сделали уже то, куда все это вкручивается, потому что, ребятки, я всегда говорил, блядь, не поленитесь и вставьте ебаные резьбушки уже в этот ебаный пластик, в этот ебаный полицеталь, блядь, потому что, ну, вкручивать постоянно нержу по пластику, это очень-очень так пиздецово. Так, здесь у нас тоже все садится. Кстати, есть вот это металлическое кольцо, которая немного забирает на себя тепло и, соответственно, его распределяет, не давая, допустим, трем углям на блюдце распиздошить вашу деревянную шахту, за которую вы отдали 8 400. Здесь тоже по резьбушечке все очень-очень здорово. То есть, ну, вообще ничего не скрипит, блядь. А собранный он довольно-таки хорошо. Из минусов, ну, я доебусь. А вот тут-то вот, видите, блядь, сука, упаковщик, блядь, до конца нахуй, вот не почистил, блядь. Вот его нужно было, блядь, немного пошкрабить, потому что здесь есть у нас стручки, которые могут попасть тебе в горло, и ты умрешь мучительной смертью от кальяна, а потом пойдут новости. Как мы знаем, СМИ любят припиздеть, поэтому человек курил, блядь, альфакер и умер, блядь, в кальянной в Ростове, блядь, на Дону. И пиздец пошло-поехало. Все подцепляют эту новость. Все блогеры, которые создали телеграм-каналы, начинают все это постить, не разбираясь, что он умер, блядь, не от курения, а от того, что ему хуйня попала в горло. Добрые новости. Короче, это я потом одену. Так, я пошел, принесу чашечку, я ее уже забил. И мы это все дружненько сейчас с вами раскурим, посмотрим, что у него по тяге, как он продувается, и все в таком духе. Блять, ну что, локация очень сильно поменялась из того, что вы, в принципе, видели.
Причина очень проста. Пошел мощный поток гостей. И я подумал, окей, прокурю этот кальян Колумб уже дома, в принципе, что вы можете наблюдать. Так вот, я его только взорвал. Вы видели прям первую тягу, я прогрел. В чашечке у меня джем Бонч на вот такой вот прикольной колбе от Биг Макса. И что я хочу вам сказать. Любителям жесткой тяги, любителям прям вот такой крепкой, хорошей тяги, кальян не понравится. К сожалению, это так. У кальяна очень легкая тяга, даже не знаю, с чем сравнить, мне кажется, даже легче, чем у Мэтт Пира. При этом всем диффузор, который есть, он не супер круто помогает, но какую-то вибрацию все-таки забирает на себя. Но я думал, будет немного потише, хотя я не любитель тихих кальянов, потому что тихие кальяны для пидоров. Простите. Что касается продувочки, давайте-ка посмотрим. Интересно, если я вот так вот сижу, курю кальян где-нибудь в кальянной, мне вынесли кальян Колумб. Прикольно, в ебальник не дует. В принципе, в этом и есть особенность таких продувок, которые дуют вверх, которые дуют вниз, которые дуют равномерно, в отличие, допустим, от тех же клапанных продувочных моментов. Про внешний вид я рассказывал, про упаковочку тоже, про блюдце, в том, что в кальяне, в принципе, нет косяков, ок. Что касается орингов, вот тут-то немного сложновато получилось с ними. Они очень-очень плотненькие, и доставать иногда нужно с силой, прям, чтобы вот прям достать. Нет такого, что чпок-чпок. Конечно, в данном случае магниты были бы лучше. Но, соответственно, возможно бы этот кальян не стоил 8700 с обычным мундштуком. Вот такой вот красивенький мундштук. Плюс, сколько там, не знаю, посчитайте. Короче, 11800 выходит с таким мундштуком. Ну, в принципе, можно и вообще на обычном покурить. Короче, вот такой вот обзорчик. Это у нас кальян Колумб. Ребята также занимаются не только производством кальянов. У них есть чаши, аксессуарика, разные-разные вещи. А еще даже есть вроде поды, жишки. Короче, ребятки решили захватить весь абсолютно рынок, который возможен только. Им осталось только найти крутую форму для их кальянов, а именно колб. И все, Колумб укомплектован просто по самые яйца. Поэтому это был Дава Дым, две разные локации. Это Сад Лаунж и мой дом, где идет ремонт. Так что, этот кальян ты можешь выиграть у меня в телеграм-канале, не этот, другой, точно такой же, с таким же крутым мундштуком, поэтому переходи по ссылочке в описании и просто нажимай всего одну кнопку «Участвовать». Всем пока-пока.